там проще регулировать. Не вышли на рейс, там, не вышли там на работу, чувак, там, и все, коллапс. Видите, а у вас тут не может ситуация другая. Вот надо как-то думать, а чтобы дать понять. А вот эти писать бумаги там, Путину там, куда-то Минстрой, так это все ерунда, понимаете? Это не работает. А если не работает, как депутат он заявляет? Я сам лично писал. Конечно. Вот приходит к нам раз, вот мы писали. А потом такие же ответы приходят, понимаете? Стандартные ответы. Мы сходили с Игорем Юрьевичем к прокурору. У нас даже не принял прокурор республики, хотя я за него голосовал. По совете сидел. А нас не принял. Вот кого там полтора месяца встречать с товарищем. Понятно? Вот, вот депутаты все козлы. Понимаете? Они все раз все понимали. Да, понимаю. Вот именно эта программа мало. Я еще раз говорю, надо вам после сейчас объединяться, требовать выхода именно по заявлению, только все в законной форме, правовой форме, выходить просто в дому правительства и просто требовать свое. Надо добиваться. Мы вам будем помогать. Хорошо. Понятно? Все, вам будем помогать. Еще раз говорю, мы вам будем помогать. Понятно? Вот так вот. Так что я понимаю, конечно, но для меня лично, я вот, если бы моя жена или моя там дочь, сестра стояла бы здесь, конечно, так вот с этими плакатиками, я думаю, вам есть чем заняться, воспитывать надо и школу, и садиком заниматься, а вы занимаетесь лучше. Это ненормально, конечно. Так, соревнуй опять, какие еще дома здесь? Правильно, что я говорю? Конечно. Вот так вот. Власть геть. Так что надо именно... Дядя Мишу, дядя Лешу, до свидания. Улица Южная. Так, что давайте объединяйтесь и давайте, у вас есть активная группа. Выкладывайте, пожалуйста, все это в соцсетях, в Facebook, все в ВКонтакте, все, что у вас это было. Власть абсолютно не обращает на проблему дольщиков. Кто не обращает? Власть. Я согласен. Согласен, я вижу. Мне говорить не надо, я это вижу. Сергей Павлович, мы сейчас встречались на Южной Семя, я задал министру вопрос, министру строительства сказал, что да, мы можем вам предоставить квартиры, вот, тем людям, которые сейчас находятся, снимают жилье и взяли ипотеку. Но ваш дом в реестр не подходит. Он одной рукой дает, а второй рукой министр строительства забирает его. Мы якобы не обманываем. Мы вас пустили в эти квартиры, но в реестре вашего дома нет, он не подходит. Мы пустить не можем. Понимаете, я вот это вообще не понимаю. Реестр обманывает дочка. Да, если они дают право на строительство, они уже несут ответственность, понимаете? Это раз. Во-вторых, есть соглашение, обязательства. Когда начали, когда закончим, что происходит. Я так образно говорю, да? И то, что вот это нету там реестра, я просто вижу проблему. Мне вообще без разницы, есть реестр, нет реестра. Вот она проблема. Людей, которые сегодня платят налоги, которые мы сегодня гордимся нашей молодежью, нашими людьми, понимаете? И мы сегодня ищем какие-то там реестры, там соглашения. Вот она проблема, надо ее решать. Можно всякое там придумать. Самое главное, что надо ее решать. Вот нет, я лично звонил сам Моторину, отвечаю, здесь вот записано. Вот, я знаю, что тут сейчас было уже все. Сам Моторину, говорю, Иван, что такое, Иван Борисович? А если нет, вот проверим в реестре. Я говорю, да какая разница? Вы решаете эту проблему. На что вы деньги получаете? Они же там считают, получают деньги, как депутат заявляет, по 300, по 400 тысяч рублей зарплату. Кстати, деньги отрабатывают. Правильно, нет? Что следует? Вот и все. Что говорить? Да. А то вот есть реестр, никаких. Есть люди, есть. Какой? Главное, есть люди, есть проблемы. Все. Он тут, да. Когда речь идет. Вот. Достучаться до властей. Вот я говорю, только с вами поступать. Внутри тоже возникают проблемы. Одни люди говорят, мы деньги возьмем, верните нам деньги, мы уйдем. Другие говорят, давайте достраивать. Нет, не верните. Мне что сказали? У вас есть, говорит, 25 депутатов, которые за вас отвечают. Теперь у меня следующий вопрос. А это вы все ползли, да? Соотношение тех, кто стоит до конца, пока дом построит, и соотношение тех, которые напишут заявление, подпишут проблему, забери весь округ. Мне это надо? Нет. На этом вопрос закончился. То есть сейчас... Где вот эти... То есть сейчас... Сейчас нет.
ни денег не дают. Я с вами согласен. Земля у них арестована, полиция взяла. Ни денег и не достраивают. Да, там у меня бумажка есть. Горе, горе, горе государства. Так, Соляное, улица Южная, еще такие дома. Хотите что-нибудь сказать на камеру? Вы не дольщик? Я дольщик, как человек. Сейчас я ручку людей отравил. А можно вас? Да. Да, там долго. Нет, это... Я вот не вижу, потому что такое... Что можете сказать по поводу сегодняшнего мероприятия? Не стреляют у вас? Мы хотим этим мероприятием достучаться до властей, чтобы власти решили наконец нашу проблему. Застройщик Алза. Позиция какая? Позиция Южная Семья, моя именно. Здесь собралась позиция Соляного, позиция тракторостроителей. Все хотят приехать в свои квартиры. Руководство не отвечает на наши вопросы и запросы. Или перекидывают друг на друга, с одного ведомства в другое. Нами никто не интересуется. Заинтересовались вот перед пикетом. Министр проехался по стройкам, всем пообещал, раздарил лапшу. Не знаю, как будет дальше. А у вас инвестиционный договор или договор долевого участия в строительстве? Договор долевого участия в строительстве. А когда вы внесли деньги и внесли ли все? И потом опять все наши квартиры, помимо пяти квартир, которые принадлежат Алзе, по Южной Семя, оплачены дольщиками от и до. Когда? Никаких долгов мы не имеем. Не могу точно за всех сказать, ну, но по вам. По мне, да. Ну, с 2015 года, до 2014 года. С 2014 года все деньги были оплачены, сейчас на дворе уже 17-й, конец 17-го, начинается 18-й. Дом должен был сдан в 2015-м. В итоге мы все находимся на улице, все с ипотеками, все с детьми, все в съемных квартирах. Спасибо. Пожалуйста. Ну, понятно. Так, ну, подключение не от... Так, кто хочет озвучить проблему? Коммуникация. Там администрация. Не бойтесь. У нас сейчас по тракторостроителям дошло до того, что... Интернет – великая сила. Людям надоело ждать. Они готовы скидываться по 800 рублей. У товарища Лаврентьева уже не хватает этих денег. Если взять там около 100 квартир, да, и там 800 рублей, ну 80 тысяч делать, да? Вот. Они уже сами не могут доставить. Да, газу России. И чтобы на данный момент я вам ситуацию объяснил, они будут опять же. Потому что сейчас кризис. И сейчас можно что-то вырвать. Потом все опять пообещают опять, ничего не будет. Нет, договор они могут расторгнуть. Деньги не получат. Они по 1000 рублей. Нет, никогда не получится. А послезавтра это банкротство. Да. И вы это договор никогда не расторгается, все равно найдется другой застройщик. А вам что-то предлагает взамен? Пять, у меня, например, вообще самая сложная ситуация. Я расторгнула договор договором участия со мной. В течение полугода судебный порядок. Провела через РЕКМЕД. Я провела через РЕКПалату соглашение о расторжении договора долевого участия. У меня не были обязанности не допустить после расторжения. Это было 5 мая. С этой даты они обязаны были мне вернуть деньги, но в течение уже 7 месяцев я от них не вижу денег вообще. Они не объявляют себя официально банкротами, но тем не менее денег у них нет. Ну, то есть у меня дело же в суде, нет, на данный момент ни квартиры, ни дело денег. В суде. В суде, да. Но их не признали банкротом на 21 число. Ну, понятно. Это в администрации сказали, впрямую, что 21-го не будет признан банкротом. Ну, признан, не администрация решает, а суд решает. Я сам юрист. Ой, я вас умоляю.
что там все везде руку моются, все везде завязано. Если администрацию скажут, что... Пусть будет это ваше мнение. Во главе Игнатьева. Сколько примерно там пострадало? Весь дом, все квартиры. Весь дом, сколько это? 19-этажный. Порядка 100. Сколько? 96. 96? Обычно? Там то же самое. Это кто? Директор Алжир.